Всем волшебного времени суток. Сегодня приглашаю посмотреть вот такую книжку с возможно, колодой. Это будет серия Таро, арт колоды Таро. Их можно раскрашивать будет. Есть уже такой стимпанк Таро. Это темное Таро. Художник Анна Устинова. Но здесь написано иллюстрации. Ну, пусть будет иллюстрации. Я не нашла в ней чего-то очень такого темного и страшного. Даже, по-моему, там присутствуют эльфы. Почему эльфы попали в темное? Ну, ладно. Вот эта фраза очень характеризует эту колоду. Придайте собственные цвета каждой 78 карт, чтобы разобраться в своих чувствах, понять намерения других людей и, в конце концов, найти путь к свету. Сама книга начинается вот с таких вступлений, буквально на 3 странички, да, и пошли сами карты. Карты размером 8 на 12, если у вас есть 8 и 12. Но учтите, что здесь есть небольшие несовпадения. То есть, если мы посмотрим на просвет, то рубашка и лицо не совпадают. Если будете раскрашивать и вырезать, ну, если когда приобретете такую колоду, то имейте в виду, что нужно вырезать с лица, с лицевой стороны. Если у вас есть вот такое Таро «Колесо года», мистическое Таро, то карты будут примерно такого же размера. Но, возможно, не такие ровные, потому что это же зависит от того, как вы будете вырезать. По толщине вот эти карты плотнее. Я не знаю, я покажу, конечно, но увидите, не увидите. Видно, да, что карты вот эти плотнее. Я не знаю, как разрисовывать вот эти мелкие детали. Мне вот они нравятся и так. Может быть, там чуть-чуть внести цвет, но как это будет смотреться? Я, по-моему, у кого-то видела, то есть какие-то детали раскрашены. Ну, в общем, на вкус и цвет. То есть вы создаете свою колоду, если раскрасите. Итак, мы поехали смотреть карты. Шут. Маг. Верховная жрица. Императрица. Она мне напоминает Сергея Зверева. Император. Верховный жрец. Любовники. Колесница. Как я поняла, здесь дракон о двух головах. То есть и не Змей Горыныч, и уже не дракон. Сила. Отшельник. Колесо фортуны. Справедливость. Повешенный. Смерть. Умеренность. Дьявол. Башня. Звезда. Луна. Солнце. Суд. Мир. Пошла масть жезлов. Такой дракоша. Не пугайтесь. Она идет со второй карты. Туз будет дальше. Двойка. Тройка. Четверка. Пятерка. Шестерка. Семерка. Восьмерка. Девятка. Десятка. Паж жезлов. Рыцарь жезлов. Королева жезлов. Король жезлов. Туз жезлов. Двойка мечей.
тройка мечей, четверка мечей, пятерка мечей, шестерка мечей, семерка мечей, восьмерка мечей, девятка мечей, десятка мечей, паж мечей, рыцарь мечей, королева мечей, король мечей, туз мечей, двойка кубков, тройка кубков, четверка кубков, пятерка кубков, шестерка кубков, семерка кубков, восьмерка кубков, девятка кубков, десятка кубков, паж чаш. Вот, кажется, не кубки, а чаши. Рыцарь чаш. Королева чаш. Король чаш. Туз чаш. Двойка пентаклей. Тройка пентаклей, четверка пентаклей, пятерка пентаклей, шестерка пентаклей, семерка пентаклей, восьмерка пентаклей, девятка пентаклей, десятка пентаклей, паж пентаклей, рыцарь пентаклей, королева пентаклей, король пентаклей, туз пентаклей. А это рубашка. Вы ее уже видели. То есть не забывайте про несовпадение рубашки и лицевой стороны. Очень надеюсь, что вам колода понравилась. Да, я не увидела здесь чего-то темного. Может быть, потому что она не цветная. Она не навела на меня никакой темноты, никакого страха. Всем, кто досмотрел до конца, спасибо за прекрасный энергообмен. Подписывайтесь. С вами была Альтана, мантика жизни. Еще увидимся.